Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Черт, это же... Скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артём! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Черт, это же граната! Подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Сними его, Артём! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Напролом! Прячься за броней! Нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантская отродье. Они взорвали. Левее! Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Упыри! Гаси их, а то мы
на этом кладбище останемся! После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся.
не знаю, какого черта ты сюда забрал. Нам конец. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Они на подходе. Это спокойно, без паники.